Дорогие мои, всем бодрячком, сегодня поговорим об идле на дороге. О, поехала нетрафарированная Шкода, кстати, полицейская. Съезжаем так аккуратненько. Ой, что-то я там, наверное, зацепил опять. Быдло на дороге. Напишите, с какими ситуациями вы когда-либо сталкивались. Вон стробоскоп у нее в бампере. И что еще? А, вот камера вырезана сзади. Такой черный треугольничек, квадратик. И сейчас у нас в Латвии есть такие полицейские машины, тигуаны. Там вообще невозможно определить, что это полицейская машина. Хотя знаете, что странно? Здесь нет антеннок. Почему-то обычно антенки еще у них идут на крышу, а этой почему-то нет. Ну и фонарь вот этот, видите, снизу такой беленький. Это тоже одна из особенностей полицейского автомобиля. Нетрафарированный полицейский автомобиль. Ну, в городе, в принципе, не проблема. А вот за городом может быть проблема. О, нормально. Вы на обложке прочитали быдло. Кто быдло? Кто быдло? Я быдло. Но для начала давайте разберемся, для чего мотоцикл в городе. Для того, чтобы быстренько переместиться из пункта А в пункт Б и не стоять в пробках. Я думаю, что все согласятся с этим. А еще думаю, все согласятся с этим, что мотоциклы едут немного быстрее в потоке, чем автомобилисты, для того, чтобы выжить, чтобы нас не снесли, чтобы мы не оказались в каких-то слепых зонах автомобилиста. Я слышу где-то мигалки, но не могу понять, где они. Откуда он едет? Справа, слева, справа. О, опасно. Стоим. Кому-то плохо. Уважаем. Скорую помощь пропускаем. Я понял, почему в Риге еще такие пробки сегодня были, когда я записывал это видео, когда вся эта ситуация произошла. Все потому, что в Латвии происходит чемпионат мира по хоккею. Ля-ля-ля-ля-ля. Сейчас я вам все по порядку расскажу. Проходите, пожалуйста. Да. Такая ситуация, конечно. Как ее назвать? Не знаю. Неприятная, казусная. Нетипичная мне, но что-то я как-то взорвался. Что-то меня как-то это завело. Что-то меня как-то это понесло. Что у меня перчатки аж перестали закрываться, видите? Все. Уже третий сезон не закрывается. Самая большая проблема автомобилей с 2023 года – это рижские пробки. Почему? Да потому что у нас ремонты дорог, у нас строительство крутой железнодорожной дороги Rail Baltic. И теперь, кстати, я когда езжу в междуряде, я делаю вот так вот, складываю оба зеркала. Единственное, когда тут камера его не сложит. О, hello, copy, police. У нас официально разрешено ездить в междуряде. Правда, вам, получается, нужно придерживаться вот, ну, своего ряда, да? Наверное, если вы вот так вот едете по разметке, это уже как правонарушение. Ну и предыстория всего этого, что я сделал? Предыстория всего этого, что я ехал по лютым пробкам к нам в ресторан мистера Блинчика и попал в такую лютейшую пробку. Лучше туда не суйтесь, вообще на мотоцикле. Зря я туда сунулся, я даже сейчас еду по другой дороге, чтобы туда доехать. И я хочу сказать, что я сочувствую автомобилистам, еще вот полицейские бусы, которые стоят в этих лютейших пробках. Сейчас мы с вами едем с Юрмальского направления в центр. И чтобы вы понимали, почти что уже с самого начала этой дороги 97 градусов уже мотик нагрелся, надулся, прят. У нас климат вообще интересный. То у нас холодно, весной дубак, отопление включай, то у нас сразу жарко. Ну, хотелось бы подольше, естественно, летом, но сегодня не об этом. Так вот, еду я такой по этой пробке, думаю, я такой супермастер баланса. И думаю, ну я же король, я же мотоциклист, я же должен везде проехать. Ты что, с ума сошел? Ну, что-то я, наверное, не рассчитал. И за это нас не любят автомобилисты. Потому что да, мы так делаем, мы их подрезаем, бывает где-то, что-то где-то пролезем, где не надо пролезать. Я этим грешу, извините меня, прошу понять и простить.
Вау, какая BMW с Украины. Рига Кастомс, еще тюнинг у нее. Рига Кастомс — это ребята из Латвии, кто занимается тюнингом. Ну ладно, сейчас не об этом. Еду я такой, думаю, что я король баланса, но оказалось все не так. Рижане, напишите, пожалуйста, почему здесь такая пробка в сторону центра, хотя на часах 13:42, сейчас же обед, все вроде должны быть на работе, получается, да? Все там кушают. Обычно с утра пробки, вечером, когда все с работы выезжают. Ну вот сейчас нам повезло, нас будут все пропускать, и мы поедем за окопами. Они, наверное, едут на какой-то вызов. Но все равно булки нельзя расслаблять. Хочу объяснить одну важную деталь еще автомобилистам, почему так делают мотоциклисты, ездят между рядом. Потому что, представьте, мы будем стоять здесь, вот в этой пробке, сколько часов мы проведем, и мотоцикл, по сути, перегреется. Я перегреюсь, потому что я нахожусь на свежем воздухе, под солнцем палящим, без кондиционера. А если я еще буду использовать неправильную экипировку, это, предположим, комбез в городе, сейчас кто-то скажет, ну это же самая лучшая экипировка. Нет, друзья, это не самая лучшая, не самая лучшая экипировка, нужна подходящая экипировка. Но здесь уже поспокойнее. Вот такие у нас проблемы у мотоциклистов, тоже ямы, вы нас не видите на дороге. Ну что ж, в этом сезоне, друзья, не суйтесь в Ригу на машине. Лучше заезжайте на мотоцикле сюда. Смотрите, какой трэш. Ну, эта дорога ведет к нашему ресторану. Ой-ой-ой-ой, как тут страшно, да? Давайте сюда теперь. Хо-хо-хо, я как на скутере прям. Баланс. Ну и вот тут отстояли бы, наверное, часик, если не больше. Так, там никого нету? Ну хорошо, идем. Как вам моя езда по междуряде? Тут помедленнее надо чуть-чуть, пизырька, да? Это вот долгая практика езды на мотоцикле. 12 сезонов, как-никак. Окей, окей. Спасибо. О, парень в пробке стоял. Да, сложно тут, конечно. Тут вообще узко. О, нормально. Surprise, motherfucker. Beautiful. С огнем это зеркало и поедем здесь. Что? Что? Ну что? Что? Я тебя зацепил или что? Не, ну ты индеец, я балдю, бам-бам. Это мастеру, лайкас? Коста мастеру. Это не ко мастеру. Это мастеру, Калско? Куту стасты ты? Стасникс, бля. Рассказчик, бля, зацепил я ему зеркало. Ну, тут пиздец. Такой трэш тут, пипец, блин. Если бы я зацепил, я остановился бы и извинился бы. Я никогда так не сделал, что если что-то сделал, то уезжаю и все. Ну, просто ему, наверное, обидно стоять в пробке, я понимаю его тоже. Там ребенок у него, жара. Хотя какая жара, еще нет жары. Блин, ну тут пипец, конечно, чтобы проехать. Шук-шук-шук-шук-шук. Спасибо, спасибо. Ну, если понимающие люди. Просто он не представляет. Вот я сейчас стою, у меня 99 градусов, уже нагрелся мотик. Прикиньте, ну что, я в пробке буду стоять? Я разгружаю трафик дорожный. Ой, побольше мотоциклистов, меньше машин будет. Вам легче будет, автомобилиста. Так что давайте уважать друг друга, любить друг друга и не создавать опасной ситуации на дороге. И я хочу извиниться перед этим мужчиной. Мое глубочайшее извинение, прощение. Если кто-то его знает, пожалуйста, передайте ему и скажите, я был неправ. Не надо себя вообще было так вести, не нужно было идти на агрессию, что-то там объяснять. Даже если я не зацепил это зеркало, вот правильно, кубиночка моя сказала,
просто нужно было извиниться и ехать дальше. Тем более он с ребенком. Но меня что-то так это все завело. Я такой думаю, так, надо же доказать свою неправоту. А потом я приехал, смотрю в ресторане на телефоне. Блин, а я зацепил его вот так. Немножко-немножко, но все равно обидно. Я бы даже, если бы сидел в машине, какой-то мотоциклист ехал бы, зацепил мне зеркало, ну, мне было бы обидно. Если бы он извинился, остановился, окей, а вот так вот с такими наездами я не прав. Es atvainojos, es esmu vainīgs, man ļoti žēl. Ceru, ka tu man piedosi, nebija nekas traks, сейчас я сказал, мне очень жаль, я извиняюсь, ничего такого, ну, супер там жесткого не было, зеркало не снес, но я не прав. Поэтому умейте признавать свои ошибки. Давайте запомним, что агрессия порождает агрессию, и будем вести себя более культурно на дороге. Почти что зеленый. Здесь вот направо, и мы почти с вами приехали. Не хочется просто останавливаться, стоять. Нереально жарко. Сейчас мотоцикл нагрелся уже до 100 градусов. На часах 13:46 мы довольно быстро проехали эту пробку. А вот что по поводу автомобилистов, я не знаю. Смотровая, красота какая. И я в одном из видео сказал, вот там можно парковаться. Нет, там нельзя парковаться. Вот здесь, я думаю, что можно парковаться, да. А это типа считается... Я не знаю, что это считается. Напишите, кто из Риги, почему тут нельзя парковаться. На этом, пожалуй, все. Пишите в комментариях, какие у вас были ситуации на дороге. Открываем сезон 2023. Не забываем ставить лайки. Подписывайтесь на канал, кто не подписан, потому что 60% смотрит без подписки. Как так, друзья? Всем хорошего дня. До новых встреч. Пока. Вон памятник свободы, часы Лайма, смотровая. Алды помнят, какие тут тусовки происходили. Ну, сейчас тут мотоциклы нельзя больше ставить. Теперь я в роли автомобилиста. И когда едут парни вот на таких больших мотоциклах и щемятся междурядье, мне самому даже страшно становится. Но я всегда стараюсь пропустить, правее дать или левее дать, если вижу мотоциклиста. Всегда смотрю по зеркалам, уважаю мотоциклистов и люблю автомобилистов. Главное быть адекватным человеком. Так что тут быть мне тут налево надо.